Ерунда. Ерунда. Вид. Такой вид. Никому это не нужно. Никому это не нужно. Никому не нужно. Никому не нужно. Абсурдный диалог, тем более в таком месте, не скажите. Сейчас это покажется дикостью, но давным-давно, во времена флебустьеров, участки у воды, да-да, вот эти самые, совсем не казались престижными. Говорят, они доставались младшим дочерям не самых зажиточных семейств. Правда, было это задолго до туристического бума на Корфу. Владельцами сегодня прибрежных участков являются потомки тех самых девочек, которые получили эти никому не нужные участки. В то время это была ерунда, сегодня это действительно золотая жила. Немножко не верится, хотя легенда вполне красивая. Красивая. Да, бесспорно. И легенды, и виды – все здесь красиво. Романтический Корфу – нереальное в своем благополучии место, где так нетрудно жить в гармонии и покое. Греция при всей своей компактности удивительно разнообразная. Есть континент, а есть разбросанные по полудюжине морей очень-очень разные острова. И у каждого своя история, свой дух, свои традиции. Несмотря на то, что здесь были византийцы, венецианцы, дважды французы, англичане, Корфу сохранил свою самобытность. Здесь английский дворец, венецианский город, есть французская улочка, английский крикет. То есть здесь пересекаются очень многие традиции, очень многие народы здесь прошли, но все-таки корфиоты или киркирейцы – это отдельная нация. У них своя культура, свои костюмы, своя кухня, свой киркирейский или корфиотский диалект. Я понимаю, что им по-прежнему это важно. То есть местным жителям важно, подчеркивать, что у них что-то и свое. Очень важно. Такое отношение к родному месту не появляется из ничего. Важно, чтобы было чем гордиться. Нужна история, факты, предания, в конце концов. Я действительно горжусь тем, что родилась на Корфу. Люблю всю Грецию. Но главное место в сердце занимает моя Керкира. И не потому, что мы туристический рай. В конце концов, жизнь на Корфу – это не только лето и не только туризм. У нас самые гостеприимные в мире люди. Буквально готовы пригласить в дом незнакомого человека. Это музыка. У нас каждый играет на каком-либо инструменте и участвует в музыкальных праздниках. Это наши монастыри и церкви. Вера, объясняющая, что такое любовь, дружба, семья. И неважно, как каждый из нас называет эту веру, главное, что она сохраняет лучше внутри души. Уверена, если устроить спор, какой остров Греции лучше, мы победим. На Корфу необычно все, начиная с природы и заканчивая нашим аэропортом. Чудеса начинаются с первой секунды. Все именно так, как сказала Мария. Впечатление от визита на Корфу вы в самом деле начнете получать еще на борту самолета. Местный аэропорт – недлинная полоса, начинающаяся прямо у кромки моря. В считанных метрах небольшие острова и бетонная перемычка, с которой открывается вид на садящиеся лайнеры. Вот, еще одна группа счастливчиков прибывает на Корфу. Где еще можно почувствовать дух Корфу? Да где угодно. Мы уже показывали это место. Венецианская деревушка Лаконес. Узкие улочки и старые дома, у порога которых часами размышляют о чем-то местные старики. Один из них, моментально распознав в нас приезжих, пригласил меня и моего экскурсовода идти за собой. Куда? Оказалось, собранный за десятилетия музей. Вдумайтесь, деревня, жителей максимум человек 200, и музей. Перед нами вся история острова, сельское хозяйство и быт, иммигранты голубых кровей и местные знаменитости, особое внимание искусству, танцу, литературе и, конечно, музыке. Музыка? Да, это то, что нас, безусловно, объединяет. Один из самых значимых символов Корфу.
Наш остров знаменит духовыми оркестрами и симфоническими коллективами, которые выступают на всех праздниках. Можно сказать, музыка идет с нами сквозь века. Этим гордятся все жители острова. Считается, классическую музыку любит не более 1% населения планеты. Но на Корфу процент этот будет куда выше. Здесь то ли 18, то ли 19 симфонических оркестров. И истинный корфиот в беседе с вами обязательно упомянет этот факт. Во время съемок нас пригласили на концерт. Поздний вечер, площадка возле Ахиллеона, построенного в 1890-х изящного дворца австрийской императрицы. Арии из опер в исполнении солистки Ла Скала. В этом весь Корфу. Классика на фоне пасторальных сюжетов. И в музыке, и в танцах, и в религии. Здесь даже бизнес с корфиотским оттенком. Маленькие цитрусовые, по форме как лимончики, а по размеру меньше даже скромного мандарина – кумкват. Растет вообще-то много где, но на Корфу его считают исключительно своим. Тем более на фабрике, где из кумквата делают все, что можно. Для меня Корфу – это добрые и открытые люди. И, конечно же, традиции. Вы, наверное, знаете о нашей культуре, слышали про музыкальные фестивали. Но если говорить о продуктах, то, конечно же, это кумкват. Он такая же история и символ Керкера. Первый продукт, который мы выпустили – кумкватовый ликер в его самых разных видах. Затем приступили к производству сладостей. Мы постоянно предлагаем что-то новое нашим покупателям. И, кстати, не только приезжим. Местные жители тоже ценят наши продукты. Возможно, и потому, что это самый знаменитый корфиотский вкус. Фабрика Лазареса и магазин при ней по местным меркам крупное производство. Ее владелец проводит здесь по 12 часов в день. Интересно, каково это – жить и вести бизнес там, где сама атмосфера, кажется, заставляет расслабиться. Вы считаете, что греки ленивые? Нет. Возможно, нам и не хватает организации, системы и порядка. Мы очень импульсивные, поэтому иногда увлекаемся одним и совсем забываем про другое. Конечно, на Корфу не так много крупного бизнеса, а тот, что есть, во многом завязан на туризм. Предприятия, которые обслуживают приезжающих, имеют все шансы на развитие. Инвестировать в эти отрасли не только приятно, но и выгодно. Так что обратите внимание на Корфу. Говорю это не только как корфиот, но и как человек, делающий здесь бизнес. Корфиоты, многие, во всяком случае, люди не бедные. Когда-то самые состоятельные ловили рыбу, потом рыбак превратился в крестьянина-предпринимателя. Оливки приносили и приносят постоянный доход. Сейчас же едва ли не самый главный среди прочих актив – квадратные метры. Недвижимость на Корфу – это и место для жизни, и возможный доход. На аренде зарабатывают и коренные корфиоты, и приезжие. Минимальный порог входа невелик. Например, наша съемочная группа жила в мини-отеле. Студия здесь стоит 100 тысяч, однокомнатные апартаменты – 150. Доходность даже в пандемию составляла 5-6% годовых. То есть ты говоришь, что такой вариант – это самый бюджет, если рассматривать, конечно, те, у которых есть какие-то арендные перспективы. Конечно, конечно. В этом жилье ты не будешь сам жить, это естественно, но для аренды, для того, чтобы приехали туристы на неделю, пожили, насладились морем, солнцем и позитивом, это идеальный вариант. Такое место, спокойное, безопасное, ценится в любое время, а в наше тем более. Хозяева апартаментов живут здесь же, обеспечивая функционирование комплекса. А что еще? Бассейн есть. Вылизанный участок с зеленым газоном есть, садовник, уборщики, небольшой ресторан, все, что нужно для счастья. Да, и в общем при желании-то до моря добраться за 5, ну максимум за 7 минут пешком, учитывая такой классический непростой рельеф Корфу, 5 минут это вообще ни о чем. Но, как справедливо заметила Наташа, в таких условиях вряд ли будут жить подолгу. Дома, куда иностранцы приезжают на месяцы или годы, они другие, и они куда дороже. Все-таки требования у большинства приезжающих выше. Иммигранты с возможностями ищут на Корфу все, что может дать солнечная Греция. Вилла 500 квадратных метров, участок 40 соток, и я тебе могу сказать, что она строилась исключительно для иностранцев.
Потому что вид? Нет, потому что окна. Что, с ними не так? С ними как раз все так. Здесь огромные витражные окна. Все те, кто приезжает на Корфу, все ищут солнце. Понятно, то есть для корфиотов это совсем не важно. Как раз очень важно. Корфиоты будут искать и строить для себя виллу совершенно другого типа. Ну, то есть там вот маленькие окошки, для иностранцев большие? Конечно. Окей. Маленькое окно – признак того, что это выбирает житель Греции. То есть 40 соток, 500 квадратных метров, 3 этажа каждый для своей семьи, может быть, в том числе и под сдачу. И какова цена вопроса? 1 600 000, а та вилла тоже стоит 1 600 000. От десятков тысяч до многих миллионов евро – это цены на жилье. От десятков до тысяч – стоимость аренды. Туристический Корфу – вот уже полвека место, где можно зарабатывать на ней, и пассивно, и прикладывая определенные усилия. Ты мне говорила, что конкретно на этой вилле или на некоторых других сами корфиоты, если они собственники, да, они могут да. и сами заниматься уборкой? Конечно, конечно. Здесь удивительная особенность. Корфиоты настолько любят свою недвижимость, они действительно каждую виллу считают вот чем-то необычным, что зачастую можно увидеть хозяйку, которая является владелицей миллионов, убирающей эту виллу. То есть это не от того, что она жадна или не хочет нанимать работников. Она просто хочет лично каждый свой любимый уголок пройти с метелочкой и все привести в идеальный порядок. На этой мысли и этих кадрах можно было бы закончить наш рассказ о Корфу. Но так хочется задержаться здесь, как в сказке. В этом спокойном, добром, волшебном в своем благополучии месте. Сесть на маленькую лодочку, сплавать на уединенный пляж, помахать уходящему солнцу. Непередаваемое ощущение покоя, тишины, нарушаемые лишь плеском воды, и абсолютного единения с чудесной мирной природой. А можно перебраться в совсем другое место, в центр Керкеры, на ее уютные узенькие улочки, заполненные добродушными корфиотами и приезжими. Надоест толкаться, отправляйтесь на простор, к огромному зеленому пятну, площади Спианада. Центральная площадь столицы – это не асфальтовый плац, не место для проведения парадов, не, прости господи, кладбище, а идиллическая лужайка, на которой играют в крикет. О чем ты это говорит? В этом весь Корфу. Маленькое пятнышко посреди морей. Остров, переживавший бури и катаклизмы, но сохранивший себя, свою душу и свое очарование, которое захватывает каждого ярким, веселым, добрым танцем. Swift.